В 11 серии сериала «Экспроприатор» барон со своими напарниками, вооружившись поддельным милицейским удостоверением, устраивает проверяющей комиссии такую разборку, что те спешно покидают Галич. 1962 год. Барон признается Ирине в своем уголовном прошлом и просит поехать к Ольге, чтобы передать ей деньги и письма. Изрядно поиздержавшийся барон направляется в Ленинград на новый промысел. Посмотреть очередную серию вы сможете 13 августа.